преддверии женского праздника напротив здания педагогического института ТОГУ спровоцировала аварию автолюбительница. Разбиты оказались машины одной и той же марки – Toyota Caldina. Представительница слабого пола на темном автомобиле ехала в направлении площади Ленина. Ее противником в дорожном споре стал 32-летний мужчина, управлявший серебристым универсалом. Он пересекал главную улицу города от Амурского бульвара к бульвару Уссурийскому. Очевидно, что если бы оба участника движения не пренебрегли указаниями светофора, аварии бы не произошло. Вину на себя взяла девушка. Доказывать свою правоту не было никакого смысла. Перекресток находится под прицелом нескольких камер видеонаблюдения, поэтому установить истину для попавших в аварию шоферов проще простого. Для поддержки хабаровчанка позвала своего отца. Мужчина заявил, что разберется и без полицейских. Дело в том, что автолюбительница не продлила действие полиса ОСАГО, так что выплачивать ущерб ей в любом случае пришлось бы из своего кармана. Водители решили вопрос о материальной компенсации на месте. Стороны сошлись на сумме 40 000 рублей. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.